Давайте посмотрим. Не так уж, чтобы прям сильно мы заслоупочили. 27 января, сегодня у нас 2 февраля. Поэтому давайте посмотрим, что это такое, да. Что вы все... Видите, да, у нас все, в принципе, просто, как я и говорил, проект остается народным. Если люди просят на протяжении какого-то долгого времени, не одноразовый спам говна, который удалится, да, особенно ботов, если вот все эти замечательные странички однотипные. А если реально есть запрос у людей на стримах, в чате, там, сям, в комментариях, если действительно интересно кому-то послушать это, мы послушаем. Что это такое, я вообще без понятия, я типа не знаю. Называется «Дерзко». «Еби меня, малышка». Фуцк ме бабу. Фак ми бэби, да. Капсайз. Что это такое? Что это за артист? Неясно. Николай Мамаев. Родился 16 июля 2003 года. Российский гранж, исполнитель и музыкальный продюсер из города Ярославль. Также известен как... Супер. Ну, такой на стиле, да, на стиле чел. Молодой, из нового поколения, да, ребят, которые делают очень смелую музыку, будь то хип-хоп или там ракешник, альтернатива. Очень крутые, талантливые, яркие, да, ребята творческие. Не хочу сказать, что мы стариканы, конечно, меньше, но меньше. С точки зрения какого-то ощущения волны творческого всплеска, что ли, внутри себя, да. Да, да, да. Есть ли альтернативные обложки? Да. Была еще пара вариантов, которые не попали на релиз. Одну из них показал на прямой трансляции. Вот это. А вышло вот это, да? Это или это? Ну да, да. Та, которая сейчас вот все-таки появилась, она поинтереснее. Та, которая появилась, она поинтереснее. Осуждаем мы, конечно же, стиральный порошок. О, непонятным образом сложенный, да? Естественно, естественно же, да, конечно. Да и курение так-то вредно для здоровья. Поэтому, да. Давайте посмотрим, что это такое. Это протеин. Да, ну, спорт это хорошо, да, безусловно. Все. Так, давайте хоть посмотрим, типа, что у него вообще раньше, да, выходило ли по релизам ли, и это что такое? А, вижу, что это было, и было немало, да, ну, типа, фрешмен, не фрешмен, вот эта вся история. С 21 года синглы. Так, вот так вот они, что там, это электронщина, что ли, была, или что? Да, потому что гитара у него появилась с конца 20-го где-то, да, как будто бы, а до этого какая-то кислота, фиолетовые обложки, мультяшки, пам-парам-пам-пам. Может быть, он стиль сменил, не знаю, может быть и нет. Может быть, просто вот он решил в таком работать, да? Интересно, интересно. Ну, погнали, погнали. 12 треков у нас здесь. Давай трахаться в машине. Первая работа. Погнали. Йоу, это группа «Размер твоего лифчика». Давай трахаться в машине. Прикольно. Хорошо музыку чувствует. Легкость есть. Держит. Это немного кринж. Вот это хорошо сделано. Не душит, да? Пускай. Это неплохое дерьмо весьма. Вот это только не так себе. Вот это слабо. Лечки неплохие. Outro cringe. Outro cringe немного сломал. Стенку чуть-чуть, да. Живости и так хватало. И так хватало живости, хватало нативности. Не обязательно было давать интро. Да.
Чувак чувствует свою музыку, очень хорошо делает структуру, он не душит, да, очень хорошая альтернативка, да, хорошая альтернативка, ракешник. Вот это было хорошо, вот это было слабо, вот это было очень круто. И дальше вот эта история, и вот здесь, вот этот постприпев, да, гораздо лучше, чем вот эта история. Да. Так. Вот это было тоже слабовато. Короче, суть в том, что чувак очень живой. Чувак очень живой, такой, вот эта вся его история о такой радости, да, всплесках эмоций, она не отдает какой-то пластмассовой кринжатиной, это не какая-то там подделка, это типа трушные эмоции, прорывающиеся изнутри, я прям представляю, как он орет эту песню на выступлении, там на каком-нибудь open-air, например, легчайше, да, он это орет, и все танцуют, радуются жизни. Он типа живой, прикольный чувак, да, да-да-да, неплохо, это неплохо весьма. Честно, ожидал худшего. Реально, ожидал худшего, исходя из названия, исходя из того, как это спамят, потому что спамят обычно какой-то тупой рофл, просто потому что интересно посмотреть реакцию, спамят хуйню для того, чтобы посмотрел и сказал, это говно, и все-таки, ха-ха-ха, как это смешно. Да, особенно, типа, ну, какие-то новые артисты. Это неплохо, неплохо, реально, неплохо. Весьма неплохо. Следующий трек «Люби меня, Алина». Погнали. То есть это не грустный, да, такой задумчивый, тяжелый ракешник. Не поп-рок даже, это такой панк, ну, гранж, да. А, по-разному, да, его такое бывает. Первый трек лучше. Тоже живой трек, но прям здесь совсем тихо слышно капа, на стиле, в принципе, сделал, по качеству здесь совсем, ну, на отъебись, прям типа, да, с точки зрения с видоса не нравится, ну, такая альтернативка, да, альтернативка, даже чуть переходящая в какой-то такой поп-рок, да, немножечко. Мозги любимая, ну, и вот этот прикол моментом, да, Карина, ну, в смысле такое, да. Но опять же, да, опять же, вот что у него не отнять, он, в принципе, работает искренне, то есть он на музыке искренне. Вот если он тут идет, как будто бы вот на объебе, да, каком-то, кайф, там, трава, вот эта вся история, да, все это мы слышали 500 миллионов раз, да, безусловно, но у него в этом есть какое-то действительно ощущение образа жизни, типа, ну, типа, вот это, короче, есть трушечка в этом есть трушечка, то есть он не позер, короче, да, он такой чувак, который вроде как, по крайней мере, я не знаю, как в реале, да, но, по крайней мере, от песен вот фейком не несет, да. От песен несет именно таким раздолбаем, распиздяем музыкантом, который вот, типа, действительно живет так, как поет. Образ жизни мы, конечно же, осуждаем, безусловно. Трава, вот эта вся поебота, да, это все минус, это все параша. И как только ему станет 25 лет, он будет петь песни. Бля, вот я, короче, да, вот не советую, я стал еблушей, да. Круто было быть, когда мне было 18 лет, я был ебалаем, да, а теперь, ребята, наркотики зло. Но пока он молодой, да, и пока он радуется жизни, все у него быстро восстанавливается, у него все охуенно, он может петь про это говно и радоваться жизни, да, радуя своих слушателей. Супер. Да, поэтому он панк. Ну, супер, да, ну, я говорю, чувствуется в этом.
чувствуется в этом история, да, типа, чувствуется. Чувствуется в этом реальная трушечка, и в этом история есть, да, 100%. Так, 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 так. Это риэлтору. Ну, вот. А, в смысле, ты говоришь, что ты типа знаешь, да? Ты имеешь в виду, что ты знаешь, что это так? Я говорю, то есть отдает это прям, отдает это реальностью. Тут можно, короче, смотреть по поводу, там, осуждаем, не осуждаем. Безусловно, да, типа, каждому свое, да, если есть молодые распиздяи, пожалуйста. Но он, типа, говорит, что, типа, то, что он говорит, ему верится. И даже если он... Оно так звучит, блядь, по-настоящему, да. В этом уже большой плюс, потому что, во-первых, сразу уже фанит харизмой, жестко, фанит, не буду, да, морализаторствовать, все и так все знают, в принципе, все и так понятно, вот, есть харизма, есть айдентика, есть у чувака стиль, это 100%. Если ты говоришь, что, типа, сквор по поводу того, что, ну, он, типа, действительно еще и так живет, ну, это, конечно, хуево, лучше бы он, на самом деле, вот настолько мог отыграть это все, да, и он был пацаном, который там ничего не употребляет, никакую поеботу, да, вот. Это было бы прикольнее, конечно, но музыканты разные бывают, у всех своя, так сказать, линия жизни, да, поэтому окей. Трек сам по себе средний, слабее предыдущего. Но в нем есть true, да. По-прежнему, по-прежнему. Гидропон. Слушаем следующий трек. Как будто бы вот здесь передушил, повторения вот эти все, да, вот это вся история. Хороший был хрон предыдущих песен, по полторы минутки, понемногу, да, но они прям были зато очень живыми. Проблема в том, что когда передушиваешь типа хрон, очень живая яркая песня превращается в монотонную поеботу. То есть ты когда крутишь, да, так сказать, одни и те же вот эти, даже вот эти истории, оно становится не очень живым, нативным, типа, ну ты вроде оно кайф, да, но слишком много, когда ты даешь этого одного и того же, получается скучно. Это неплохой концертник, неплохой весьма концертник тоже. Я не знаю, правда, как ты будешь со сцены вот эту всю историю орать, да. Э,
Можешь гидроплан петь, да, со сцены. Еще и там слово план есть. Ну, гидроплан, короче, да, это может быть у тебя все тоже, да, как Heroin Water. Придется менять ник и придется менять, ну, в данном случае не ник, да? Да, придется менять определенные вещи, да? Ну, ладно. Так. Живая опять песня. Опять живая. Короче, чувак крутой. В том плане, что он яркий. Он яркий, он настоящий. И получается вот такая история, что чуваки, которых образ жизни осуждаем, да, с точки зрения там вот эти все ребята молодые, которые упарываются всякой поеботой, вот, они при этом имеют быть возможность, потому что они не обременены всякими мыслями о том, а как они будут приняты в обществе, что, сколько лайков они получат. Вот эта вся история, да, которая начинается с коммерческим продумыванием, да, более взрослых людей или более, так сказать, осмысленных людей, она начинает их уже душнить, да, то есть она начинает их душнить, как они будут развиваться в мире и океане шоу-бизнеса, что же сделать правильно, и по итогу они скатываются в парашу, да, в однотипную. А вот такие чувачки, да, или там типа как Вася, тот же самый, они вот свою вот толкают хероту, да, им насрать. Вот, и за счет этого это подкупает, трушечка, она подкупает, она реально есть, и чувствуется, что чувак реально такой творческий, творческий чувак. Это неплохо. Идем дальше. Папик. Трек совместно с Севентином. Она закинула чёрт и побежала. Охмурила папика, и он её катает. Большого парня, и от него мало внимания. Получила руку и пошла встретить на танцы. А она танцует, сон, и у неё не плачет. Мы курили с пацанами где-то у магаза. Я уже не помню, что она тогда сказала. Но теперь мне почему-то очень очень страшно. Она как-то сказала, что совсем нас понимает. Теперь даже твои ебаные подруги палят. Не знает твоя мама, зато она точно знает. Мне нравится и поможешь теперь как хуя меня. Я стреляю зиги, будто у меня в кармане ППШ. Она думала, я мёртвый, но я был на когда. Они все хотят одно, а я не знаю нихуя. Они все хотят одно, а я не знаю. Они тянут руки, но руки такие ватные. Я пусть разрешу лавы, как будто мы станем парочкой. Это тоже как я требовал много внимания. Она много говорила, но вот он только молчание. Я стреляю зиги, будто у меня в кармане ППШ. Она думала, я мёртвый, но я был на когда. Они все хотят одно, а я не знаю нихуя. Они все хотят одно, а я не знаю нихуя. Уже не больно, не больно. Сняла свою футболку, не в кроссовке. Теперь же завтра в школу, ты тормоз. Теперь же завтра в школу, ты тормоз. Она как-то сказала, я сказал, закрой баллы. Пришла к нему домой, а вот это съебала. Что же скажет твоя мама, что же скажет твоя мама. Я спросил тебя сегодня, это все, что ты сказала. Закрой свои ебала, слушай, как я говорю. Неплохой комментарий по поводу того, что да, это типа модно. Это типа модно читать, быть таким, да, маргиналом, короче, который вот не соблюдает законы, тружный пацанчик. И поэтому получается, что к этой истории примазываются даже те, кто к этому не имеет отношения. Я почему и говорю, да, что типа, ну насколько типа образ соответствует реальности. И это типа уже модно там. Дабл кап там. Вот эта вся история там. Препаратики там. Ну, короче, линчики, брэквуды, там, ну, вы поняли. Тут хоть сиги стреляет. Так, 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 так. Угу, побежала, хмурила бабика, да. Да не, он торчен. Ну, вот, я говорю, то есть, здесь есть ощущение того, что он... Да, что он, короче, не притворяется. Скажем так. Не притворяется. Очень странная драмка получилась, да, но они ее вытащили своей харизмой.
Вот мы вчера очень интересный альбом слушали, да, Lil Yachty. Если вы думаете, что это обычный реп вас ждет, да, то вы очень сильно заблуждаетесь. Можете вот сюда пройти. Если даже вы не хотите тратить деньги, 250 рублей стоит подписка, да, если вы даже не хотите тратить, то через 48 часов мы открываем бесплатный доступ, да. Вот тут вы сможете посмотреть, и там куча материала зарубежного тоже, вы сможете посмотреть абсолютно бесплатно, теперь он открыт. Вот, все видосы, которые будут заливаться, они заливаются, и через 48 часов они становятся в свободном доступе. К чему я это говорю? К тому, что сейчас 23-й год у нас начинается очень прикольно, с точки зрения даже того, что большие артисты делают всякую альтернативную историю. Но если, допустим, в альбоме Lil Yachty действительно очень богатая, суперкрасивая музыка, там дикие инструменталисты, это альтернатива, это не реп в чистом виде, как вы думаете, да? Вы такие, Lil Yachty, что там, что это там, это какой-то трэп, реп, что это, о чем это? Это круто, реально, очень-очень-очень круто. Можете послушать это, можете насладиться этим. Подождите, если жалко денег, подождите, да, разблокируется завтра к вечеру видос, посмотрите. К чему это я? Я это к тому, что вот есть ребята, которые пытаются делать альтернативу разную, пробуют, но у Lil Yachty там не так, чтобы прям все получилось, да. А вот здесь, он на любую вот эту раздолбайскую историю экспериментальную залетает с легкостью. Пусть это иногда кажется, что сведено скучно, какой-то кажется бросовая история, или он душнит чего-то, но в ней есть живость всегда, в любой песне. И Seventeen поддержал очень хорошо на этот раз. То есть эти песни реально можно слушать, и они настоящие. То есть вот в чем плюс этого релиза. Ты слушаешь его, они настоящие. Они экспериментальные по звучанию. Эксперимент удается, потому что он реально выливает вот свое внутреннее состояние на все вот это дерьмо. Это очень круто. А вот у Yachty, кстати, были проблемы с этим вопросом. Музыка там круче. Это я вам гарантирую. Если вы такие, да не, ребят, тоже нормально сделали. Что касается музыкального сопровождения, там лучше на порядок. Это я вам отвечаю. Вот. Но что касается вот именно симбиоза, да, симбиоза, живости вот этого бардака происходящего, здесь все прям хорошо, да. 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 Лиза, Настя. Следующий трек. Сейчас, по поводу трека. Папик, сейчас. Как будто бы этот трек я хочу добавить в РЗТ Альтернатива 2023. Да. Вот сюда улетает предыдущий трек, который играл. Предыдущий трек. Да. Лиза, Настя. Следующий трек. Let's go. Очень грустно. Очень грустно. Очень грустно. Так. Лиза. Вот если есть слово Лиза в треке, это хит обязательно. Да, знаю, что вы любите меня, как я. Да, знаю, ваши двери открыты всегда. Да, знаю, что у вас не болит голова. Знаю, что они все это тоже знают. А вот Лизенька и Настенька об этом не знают. Но у меня до сих пор на сердце осада. Кто бы мог подумать, что душа я защищу пидораса. Лиза, Настя, подался хорошо, что говорить. Подался хорошо, блядь.
Да, здесь, короче, обсуждать этот трек довольно проблематично, потому что мы стоим в такой раскоряченной позиции. С одной стороны, у нас Twitch такой: чего-чего? Как говоришь? Кем? Кого? Че там? Че получилось из тебя? Да, речь про контрабас, как бы музыкальный инструмент. Вот. А с другой стороны, у нас есть РКН, да? С запретом пропаганды. А вот, и по поводу концерта этого трека, да, по звучанию это концертник, бро. Причем, наверное, один из самых ярких концертников. Насколько у тебя будет возможность это исполнять, да? Это пиздец. Песня живая. Песня настоящая. Если отбросить все аспекты, что касается вот именно того, что там то можно сказать, нельзя, хуеза, вот это вся, и обратиться исключительно к творчеству, охуенский рофл, звучащий живо и по-настоящему. Вот все, что я могу сказать. Ничего лишнего, никакой душнины, никакой фальшивой нотки, никакого переигрывания, ничего. Это крутая песня. Что тебе с ней делать, тебе виднее. Но песня крутая, да. Вот так вот. Let's go. Вайфу, следующий трек. Так, подождите, стойте. Нет, не будем. Вайфу, следующий трек. Капсайз и Рейчи. Молодежные комедии, да, причем он ебать как вывозит это. Очень сильная песня. Очень сильная песня. 100% летит в плейлист. Давайте я не буду, короче, говорить ничего по поводу актуальности всего этого сейчас, вот эта вся история, да, то есть мы все знаем, да, что происходит, вот эта вся хуйня печальная. Давайте вернемся к тому, что все-таки вот у ребят, его ровесников, да, у других людей, у них протекает молодость. Молодость, отрицание, вот эта вся история, альтернатива. И в рамках этой жизни, в рамках бунтарства, в рамках какой-то раздолбайства, вот эта энергия жизни, которую он показывает, это очень-очень круто. Очень круто. Это живая искра. В чистом виде. Шикарно. Душнина по поводу названия песен, да, там все эти гидропоны, там вот я вижу дальше, схавал опиат, травка, вся эта хуйня муня, да. Есть отношение к этому и у нашего государства, и у меня есть отношение к этому.
свое, да. Но если это опустить и сказать именно про творческий талант этого человека, это пиздец. Трек «Вайфу» залетает в плейлист. Следующий трек «Я схавал опиат». Осуждаем, бля, ебаный урод. Так у нас, по сути, тоже так. Ну просто, типа, если ты пойдешь со мной, только мы не вдвоем нахуй пойдем. Кого-нибудь найдем, блядь. То тебя пустят со мной. Понимаешь, да, блядь? Просто мой уровень, понимаешь? Я... приоритете, блядь. Я схавал опиат, я схавал опиат, чтобы в осенне думать о том, как тебя хочу. Я схавал опиат, я схавал опиат, пойду на пятый день, но что он нанесу. Я схавал опиат, я схавал опиат, чтобы в осенне думать о том, как тебя хочу. Я схавал опиат, я схавал опиат, пойду на пятый день, но что он нанесу. Предыдущие треки два лучше, чем этот. Живой тоже. Средний трек. Средний трек. Душненько. Душненько, глубоко, он спрятан где-то там, идет совсем по-другому, да. И слышится старым треком, какой-то демкой, да, возможно, одной из первых. Не знаю, может, это не так, но слышно именно так. После там Вайфу, Лиза, Настя, вообще, да, это земля и небо. Это руина по сравнению с этими треками. И тут, опять же, учитывая много повторений, живость немного теряется. Вирус. Let's go. Средний трек. Еще и заново, да, да, да. Средний трек. Предыдущего трека, но... душнина, да, ёпки-палки. Я тебя понял, бро. Да. Да.
Нет, то, что вам все нравится, я не сомневаюсь, да. Это можете даже не писать, это я понимаю. Следующий трек «Моя мама пьет». Слушаем. Неплохие ноты, бро. Сейчас мы затянемся еще. Девочка совсем не знает, у нее сейчас рублё. Она ничего не знает, ничего не знает, она ничего не знает. Неплохие ноты для рифа. Ты нихуя ничего не знаешь. Эти дуры, я тебя совсем не понимаю. Ненавижу, что ты так нюхаешь ночами. Куришь дохуя, и ты гуляешь с пацанами. Почему ты сегодня такая, блядь? Я люблю тебя такую, блядь. Я забыл вообще, о чем мечтал. Я забыл вообще, о чем мечтал. Хватит так мою голову, я лучше скину. Выебу другую салаву, и я откину. Набухаюсь так, чтобы писать всем своим бывшим. В голове летает ты, ебучая бедина. Хватит так мою голову, я лучше скину. Хороший живой трек, отвратительно сведен вообще, запах. Концертное дерьмо. Да иди нахуй, я не хочу меняться для таких, как ты. Я ненавижу в тебе все и все, что ты меняла. Я больше не отвечу, ты можешь не звонить. Ты можешь не звонить, меня как будто нету. Я ищу за все, чтоб не ебали мой нерв. В моих карманах нету сик, надо бы стрельнуть где-то. Ведь я сегодня буду пьяный, но уже без тебя. Хватит трахать мою голову, я лучше скину. Выебу другую шалаву, и я откину. Набухаюсь так, чтобы писать всем своим бывшим. Очень удачная музыка, очень удачный ритм музыки выбран, очень хороший. Структура выбрана шикарная, капа сведена глухо, стрёмно, текст «скинусь и откинусь», вот эта вся история беспонтовая, звучит живо, натурально, даже учитывая все дерьмо, что касается качества здесь. И из плюсов поэтому тут харизма и музыка. Очень хорошая. Да. Ебать. В конце скример. Спасибо, что предупредил после скримера. Или ты до этого писал, я не знаю, не смотрел в чат. Так, ну... Короче, слишком бросил. Слишком. В общем, есть тут прям очень сильные треки. Остальные, да, они такие прям дико андеграундные, дико разъебальские, да, такие, не то чтобы бросовые, нет, ни в коем случае, типа, они вот, в них есть трушечка своя, но слишком они разные по звучанию, по сведению, то есть, чтобы это воспринимать целостным продуктом и по стилям в том числе, да, тяжело, конечно, это тяжело. Но за счет чего это подкупает, да, я понимаю. Это подкупает за счет живости, за счет трушечки его протеста. Вот это даже все, что он говорит, да, вот в этом треке, вот здесь. Вот часто мы слушаем, допустим, всяких рэперов, да, ребят, начинающих особенные, они нам рассказывают, как они красиво живут, как они на ричфлексе двигаются, да, там занимаются неймдропингом, перечисляют бренды, которые видели, вероятнее всего, по телевизору только лишь. Вот, и рассказывают про глоки, чопы и мандамы. А и мы такие, бля, чувак. Серьезно? Нет, этого ничего не происходит в твоей жизни. Здесь, да, вот все, что он рассказывает, ты такой, ну да, жизнь дерьмо у чувака, но типа реально оно есть в его жизни. Поэтому в этом плюс по-прежнему. Да. Слушаем. Ты любишь травку. Следующий трек. Любишь, ты не на свете. Меня побуждает. Смену ты сильнее. Увидеть рассветы. Увидеть рассветы. Тебя любить вечно.
может доехать. Сильный трек, очень сильный трек. Хорош, хорош. Текст понятно, да? Текст понятно, говно собачье, но это говно настоящее, и это говно трушное. Очень хороший переход с точки зрения звучания. Очень сильный трек. Значительно сильнее, чем несколько предыдущих треков. Это хорошо. Ну, типа, это вот в уровень там вот этих там Лиза, Настя, Вайфу, да, вот этих треков. Я думаю, что можно добавить в плейлист. Результат альтернатива 2023. Да. Угу. Слушаем. Следующий трек «Забудем». Так что я тебя скоро забуду. Умеет делать перепел. Ну и вот опять руина, да, пошла. Че, не придумал ничего дальше. Блин, неплохой трек был, неплохой. Не из топовый, так сказать, из топового стека, но он мог быть неплохим весьма. Да, надо опять начинаю, короче, да, пусть. Да. Душно. Душно. Мелодия хитовая, идет он, начал неплохо, единственное, что капа подутоплен, да, конечно, но начал неплохо весьма, задушнил повторениями, трек стал скучным.
следующий трек. Мне похуй. I don't give a fuck. Ну-ка. I don't give a fuck. Let's go. Просто если бы ты знал, почему мне похуй. Шикарный бит. Подумай о своем парне, что ведь он тебя ждет. А вот меня уже давным-давно никто не ждет. И если в зале было бы очень даже неплохо, но я остался тем же эгоистом, как всегда. Меня не поменять, за минут не поменять. И прекратилось все мне постоянно в уши сайт. Ох, если бы ты знала, как мне на все поебать. Просто если бы ты знала, почему мне плохо. Типа трек второго вышел, он, да, для альбома? Неплохо. Неплохо, но не лучший трек. Далеко не лучший трек его. Короче, скажу так. В целом, да, по релизу, на мой взгляд, это стоило того, чтобы это оценить 100%. То есть это не дерьмо, которое для Рофла предложили. Это интересная история. Потому что человек чувствует очень сильно этот стиль. Он очень легко владеет этим настроением, этой музыкой. Очень хорошо, глубоко он в это погружается. Очень он четко в этом плавает. Что касается каких-то идей, которые субъективно, с точки зрения структуры, да, там каких-то моментов, именно как песня сделана, как будто бы не очень, да, по громкости все разное, там где-то капы утоплены, где-то повторений очень много. Мне кажется, в любом случае это сильный эксперимент пока. Эксперимент, при котором это типа не магнум опус его, да, потому что треки сильно разные. Сильно разные по качеству, по вот именно его чувству, даже его чувству музыки. Где-то как будто бы это просто сделано действительно чуть ли не на похуй, да. Вот, где-то прям это такая прям супер крутая концертная история. Вот добавили мы треки, поэтому мне кажется, это весьма неплохо. Это не 5 баллов за общее впечатление, потому что разные абсолютно треки. И это не 3 балла, потому что 3 балла это слишком мало, эта работа слишком тусклая. И даже дело тут не в базе, не в качестве. Опять же, тот же самый альбом «Яхты», да, который мы слушали вчера, там по технической, по базе там было не так много, как может показаться за то, что качество. А вот по общему впечатлению это было очень жестко. Вот, в данном случае треки сильно разные, и по музыке они разные, да, причем где-то прям шикарная, красивая музыка, где-то целостная конструкция, и капы интересные, и с текстом как будто бы даже повеселее идет. То есть сильно разные, да, то есть большие контрасты. Плавает он в этой музыке, в этом стиле, за трушечку 100%. Индивидуальность харизмы 9, я готов сразу поставить 9 баллов. Почему не 10? Потому что в некоторых моментах слишком идет ровно, слишком вот это, то ли капа, слишком вниз опущено, да, то есть чтобы прям вот выдать ему за самобытность 10-ку, нет ощущения такого, реально. В некоторых треках, безусловно, она есть, в некоторых треках как будто бы там типа 8. Идет ровно, не совсем соответствует харизме трека, поэтому... 9 за индивидуальность харизмы смело я готов поставить, потому что он узнаваем, он сделал ярко, но это не максималка. Я пока не буду читать ваши комментарии, потому что вы там наставили ставок, да, и вы рады бесконечно, особенно те, кто пришел чисто для капсайза, это все понятно. Поэтому я порассуждаю, кому это интересно, Душнина можете послушать. Реализация стиля. Реализация стиля. Так.
Так. Вот опять же, да? То есть вот, вот это вся, вот этот панковый похуизм в капах. Я буду это оценивать как оно должно звучать под музыку, которая выбрана, да? Не под его самобытность, вот как он решил, да, вот здесь так, а тут вот так сделать, здесь вот так насрать, а тут вот так свести. А то, как оно под музыку должно звучать. Ну, должно, в рамках жанра, как минимум. Вот, поэтому реализация стиля 7 баллов, да. Рифмы и образы. Иногда прям вот выстреливает прикольными панчами, да, вот даже вроде мелочь, да, там вот эти костлявые ноги, на которых написано там бам-бам-бам, какие-то вот шутейки, да, там про машину, там трахаться там машине, еще чего-то. Простыми словами он умеет собрать интересные яркие вещи. Но иногда эти простые слова скатываются в какую-то откровенно не очень смешную историю. Поэтому рифмы и образы, иногда там вот дикие повторения, да, иногда совсем примитивщина какая-то закидывает. Севентин хорошо сделал, прикольно, вот он хоть и менял, не менял там рифму, но это все было супер осознанно, он даже шутил сам по этому поводу. Не больше 7 баллов я готов поставить за рифмы, да. Не больше 7 баллов. В рамках, опять же, вот этой истории, да, альтернативно панк, поп-роковый, роковый какой-то вот такой, да. Структура, ритмика. Поначалу прям четенько шел, накидывал и рофлов как надо, да, и все было грамотно. Потом есть много ощущений повторений партов. Причем повторений, которые, ну, прям вот, ну, уже прям слишком, да, слишком. Может, мне так кажется. Хотя некоторая динамика в треках, которые вот там, это Настя, Лиза там, или Лиза, Настя. Вот, короче, вот если в треке название есть Лиза, да, слово, да, имя, это прям супер топ. Уже какой раз это подтверждается, да, что если есть слово Лиза, это трек в плейлист. Имейте в виду музыканты, да. В рамках партов, в принципе, неплохо он справляется, да, и какие-то и, да-да-да, и по структуре и интересно. Но я думаю, сейчас, подождите, давайте я посмотрю, типа, конкретно по песням. Сейчас, давай трахаться в машине, да-да. Скажу так, со второго прослушивания все треки будут заходить лучше. 100%. Очень привыкаешь ты к нему. Очень-очень быстро к этому артисту можно привыкнуть с точки зрения того, что типа, ну, почувствуешь, да, типа почувствуешь его харизму. Он очень притягательный. Очень притягательный, потому что очень живой пацан. Очень притягательный, типа, и каждое повторное прослушивание, оно прям залипаешь на треке. Вот даже тот же трек «Давай трахаться в машине», он, в принципе, и так неплохой был, но он еще больше заходит, да. Хуя травы, когда мам теле пушу, только седатель, мам, ребят. Очень странный тип, она на скорости, все это следит за... Она ты можешь теперь как хуя меня. Я стреляю зиги, будто у меня кайф. Будто зашел лавы, как будто мы ставим парочкой. Но тоже как и ты, я требую. Угу. 8, я думаю, да, 8. Потому что по задумке, в принципе, много там он свое реализовал. Атмосфера 4 балла, да. Трендовость, актуальность жанра, ну, я даже не знаю. Типа поп-рок у нас ведет 5 баллов, да. 3-4 балла. 3-4 балла. Вот эта история из американских фильмов, да, 2010 года. Ну, сейчас вроде оно потихонечку возрождается. Тройка или четверка? Даже близко к четверке, наверное. Я думаю, что да. Четверка, да. Альбомчик стоит. 61 балл. 61 балл. Неплохой альбом для начала. Неплохая история для залета, так сказать, в рынок, в творчество. Очень даже неплохая. Очень яркая. Поэтому спасибо. Спасибо вам, что предложили послушать. Я кайфанул, да.
100% этот чувак будет разбираться нами, я думаю. Не то чтобы на постоянке, да, но время от времени можно. По поводу того, что... Так, как он делает? Долго, недолго? Сейчас, капсайз, мы смотрели, да, но все-таки, типа, что там он... По поводу... Я думаю, что даже учитывая, что с 21-го он делает, мне кажется, его можно закинуть во фрешмены этого года. Да. Потому что по ходу дела он довольно неплохо выстрелит вот с таким продуктом. Не знаю, что раньше он делал, но можно закинуть его. Да. Да, давайте оценим альбомчик. И давайте оценим лучший трек. Да, лучший трючок. Что у нас там добавилось в плейлист? Плейлист альтернатива, конечно же, да. Вы же уже знаете, естественно же. Три трека у нас добавилось. Папик с Севентином. Но приоритетно мы всегда оцениваем лучший трек сольный. Если он прям, ну... Если фит значительно лучше, тогда берем фит. Если нет, значит вот такое. Очень знакомая песня вот эта. Ты любишь травку. Прям очень знакомая. Не знаю, на что референс. Так, и единственное, что еще, конечно, все-таки, как ни крути, надо добавить этот трек, да, сейчас. Это крутой трек, правда. Вот это, наверное, надо тоже добавить. Нет. Все-таки нет. Сейчас. И лучшим треком становится с альбома его трек под названием «Вайфу». Да. Самый понятный трек, мне кажется, для тех, кто будет с ним знакомиться. Появилась ли у нас история с сайтом, да? Успел ли Дима? Ну, наверное, нет еще, да? Да, успел, Дима, ничего себе. Респект, бро, спасибо большое. В общем, вот такая вот история, да, у нас уже появилась карточка. Это
средние оценки за все оцененные треки, но так как трек пока один, 76 баллов, очень большая оценка из 90, это за все оцененные альбомы, но альбом опять же один, победитель номинации пока никаких. Номинирован трючок вот этот на хит альтернатива месяца, да, вот этот трючок номинирован. Поэтому, ну да, вот результат. То есть мы добавили в плейлист треки, вот этот трек номинирован альтернатива месяца. Будет у нас номинации в начале марта за месяц. Ну, в данном случае за два месяца, за январь и за февраль, потому что релизов мало. Объединяем мы январь и февраль всегда. Всегда! Первый раз, но будем делать всегда так, да? Вот. Вот такая история. Поэтому спасибо большое. Спасибо большое вам, ребят, за то, что помогаете, да, за то, что помогаете. Вот вам, пожалуйста, продолжение народного проекта, да, при котором вы можете рассказать, что нам послушать, и сами кайфануть, и показать новую музыку мне, показать новую музыку ребятам из чата, и показать новым зрителям своего артиста. Спасибо вам большое. Это было круто, реально.